каждую субботу. Американское искусство в своей сердцевине было совершенно самобытно. Виктор Топальнер расскажет все, что знает. Итак, когда? 21 ноября 1620 года. Кто? Квакеры. И почему? Американский миф работает на опережение. Американское искусство. В программе Виктора Топальнера «Американский ликбез». Каждую субботу в 7 вечера на RTVI. Дальше вы уже сами.